Привет, мои творческие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. И сегодня у нас ночная обработка. Мы с вами будем обрабатывать две фотографии. Одну вот такую вот яркую, цветастую. И на второй фотографии у нас практически отсутствует какой-либо яркий цвет. Поэтому цвет этого изображения полностью держится на тоновой кривой, на тонировании фотографии. В результате у нас с вами получится два пресета. И еще парочку пресетов, которые я делал ранее, я приложу к общему паку. Пак пресетов называется Night City. Для того, чтобы получить доступ к пресетам, нужно внимательно смотреть видео. Будет одна подсказка. Эта подсказка содержит пароль, а ссылка с пресетами, куда ввести этот пароль, будет находиться по ссылке под видео. Также две фотографии, с которыми мы с вами будем сегодня работать, они будут находиться по ссылке под видео, без каких-либо паролей. И теперь, если вы смотрите мое видео впервые, настало самое время подписаться и кликнуть колокольчик, для того, чтобы не пропускать полезные, интересные видео по обработке фотографий. Ну а мы с вами не будем терять времени и приступим к обработке. Итак, поехали! Первым делом, как всегда, нам понадобятся базовые настройки, и начинаем мы с профиля. Если вы обрабатываете RAW файл, то в этом инструменте у вас будет гораздо более богатый выбор, чем если вы будете обрабатывать фотографию формата JPEG. В фотографии уже сделана обрезка, ну то есть кроп. Вот так выглядит оригинальный снимок, и вы можете его скропить именно так, как я. В этой обработке, либо можете обрабатывать фотографию целиком, как вам нравится. Итак, первым делом, что мы делаем, это мы готовим с вами базис для обработки фотографии. И нам необходимо сделать такое плоское серое изображение, на которое мы будем накладывать тонирование за счет использования кривых RGB. Так, давайте сразу понизим немного контраст. И полностью уберем цвета влево на -100. Особенно это заметно вот на светлых участках, как возвращается информация в изображение. Итак, цвета -100. Едем дальше. Тени я немного подниму. Где-то +50, я думаю, будет достаточно. После наложения кривых, если нас не будут устраивать базовые настройки, мы к ним вернемся и немного подредактируем. Итак, я продолжаю глушить белые цвета, чтобы получить красивую кинематографичную картинку. И точку белого выставлю где-то на -45. А точку черного, наоборот, подниму. +40, я думаю, будет достаточно. Добавлю немного текстуры в изображение. Совсем чуть-чуть четкости, я думаю, что троечки будет достаточно. И насыщенность приберу на -25. Как вы знаете, что насыщенность отвечает за насыщенность всего изображения целиком. И насыщенность в средних тонах мы будем с вами повышать за счет ползунка сочность. Ну, давайте сделаем даже вот так вот посильнее, +50. Если что, потом мы это значение подкорректируем. Теперь давайте мы перейдем к тоновой кривой. Нам нужен RGB. Мы с вами восстановим контраст, который был потерян при базовых настройках, но сделаем его более тонко. Итак, зажав клавишу Alt, я делаю ключевые точки. Точку белого опущу немного вниз. И среднюю точку в светлых тонах тоже немного прижму. Удерживаю кнопочку Alt, для того, чтобы мне можно было выполнить более тонкую настройку в кривых. Переходим к средним тонам. Нажимаю и удерживаю кнопочку Alt. Опускаю точку в средних тонах немного ниже. Точку черного подниму вверх. Сделаю бархатистые тени. Зажму Alt и кликну между двумя крайними левыми точками. Поставлю еще одну точку. И далее, удерживая Alt, опущу ее немного ниже. Смотрим мы, конечно же, не на кривую, а смотрим на изображение и делаем ту контрастность, которая нас устроит. Данная форма кривой – это не панацея. И под каждое изображение вам необходимо будет делать свои настройки. К тоновой кривой мы вернемся немного позже, когда будем делать тонирование за счет работы в каналах. А сейчас давайте переместимся в панель HSL. В красный цвет я добавлю немного оранжевых оттенков. Я считаю, что горячий красный свет смотрится гораздо привлекательнее и более сбалансированно с холодными противоположными тонами. А оранжевый мы уведем в сторону красных оттенков. Тем самым мы сблизим эти цвета. Желтый переместим в сторону оранжевых. Фактически все эти три цвета, красный, оранжевый и желтый, мы сблизили на цветовом круге, приблизили их друг к другу.
И это смотрится намного гармоничнее, чем те цвета, которые раскиданы по всей площади цветового круга. Для ночной обработки я зеленый сделаю немного похолоднее и уведу в сторону аквамариновых оттенков. Где-то примерно на плюс 40 будет достаточно. Теперь мы то же самое сделаем с вами и с синими оттенками. Так же, как красно-оранжевый и желтый мы приблизили друг к другу, так и аквамариновый и синий мы приблизим к друг другу. Аквамариновый я уведу в сторону синего где-то примерно на 65, а синий в сторону аквамарина. Вот здесь есть у меня синий цвет, я буду ориентироваться на него. Да, пожалуй, где-то так. И теперь посмотрите внимательно. У нас с вами присутствуют паразитные цвета. Пурпурный и маджента. Поэтому давайте мы мадженту ведем в сторону красных оттенков. Эти цвета находятся рядом. И они будут смотреться гармонично, находясь друг с другом. А пурпурный у нас находится рядом с синим. Вот так вот, посильнее, минус 80. Возвращаемся к нормальному масштабу нашего изображения. Друзья, хочу вам напомнить, что мы обрабатываем с вами ночную фотографию. И у каждой ночной фотографии есть такая особенность. Это оранжевый и желтый цвет. Помимо того, что они участвуют в моей комплементарной схеме, и мне вообще нравится это цветное изображение, но на ночных фотографиях именно эти два цвета, желтый и оранжевый, создают такую не очень красивую для глаза тональность. И все изображение как будто полностью целиком залито желтым и оранжевым цветом. Ну и как вы знаете, что оранжевый цвет в основном отвечает за цвет кожи человека. К чему я это говорю? Для того, чтобы сделать фотографию чище, я могу убрать оранжевый цвет практически полностью и получить более интересную тональность. Но при этом, если на моей фотографии изображен человек, ну, либо это ночной портрет, соответственно, лицо человека станет обесцвеченным из-за того, что я убрал оранжевые цвета. Но вечером дневного света практически нет. И цвет кожи не будет такой же яркий, оранжевый, как на солнце. Ну и, конечно же, при работе с этим ползунком вам всегда необходимо выбирать компромисс между цветом кожи человека и желанием его сохранить, и присутствием каких-то паразитных оттенков, которые ложатся на другие объекты. Давайте мы желтый тоже немного прижмем. Сделаем фотографию еще немного почище, где-то минус 30, я думаю, будет достаточно. Теперь все цвета, которые лежат под желтым, мы сделаем с умеренной насыщенностью минус 50. Я даже руками буду вводить эти настройки. Зеленый минус 50, минус 50 аквамарин. Синий минус 50. Пурпурный минус 50. Маджента минус 50. В настройках яркости мы красный и оранжевый немного убавим. Минус 10 и там где-то будет достаточно. Оранжевый я, пожалуй, сделаю чуть-чуть поярче. Пусть останется на нуле. Аквамариновый и синий немного прижму. Минус 10 сделаю аквамарин. Ну и где-то минус 25. Минус 30, пожалуй, сделаю синим. Он у меня будет немного тяжелее. Итак, друзья, первый фактор ночной фотографии, который мы с вами разобрали, это наличие желтых и оранжевых оттенков, которые регулировать очень сложно. И второй нюанс ночного изображения, это, конечно же, шум. Ночью, как правило, вы поднимаете ISO, соответственно, это приводит к увеличенному шуму. И пресет по ночной фотографии, как я считаю, должен содержать какой-то алгоритм, который с этим шумом будет работать. Давайте сделаем масштаб фотографии 1:1. Выберем какой-нибудь шумный участок. Перейдем в панель детализацию. Нам нужен ползунок уменьшения шума яркостный. Давайте будем двигать его вправо. Значение 25, как мне кажется, очень сильно размылило изображение. Сделаю я немножко поменьше. Детали по умолчанию у вас будут стоять на 50. Уберите этот ползунок полностью влево. Итак, шум мы немного прижали. При этом изображение становится слегка замыленное. И для того, чтобы сбалансировать и вернуть четкость фотографии, мы с вами поднимем немного значение резкости. Я думаю, что значение 70 будет самым оптимальным решением. Давайте перейдем в самый верх. Мое изображение все равно остается слегка желтым. И, конечно же, основное решение, как правило, всегда лежит в температуре. Давайте сделаем это изображение немножко похолодней. Нужно найти какой-то баланс, при котором фотография не будет слишком синяя, не будет слишком желтая. Мне кажется, что в моем случае это вот такое значение температуры. 2850. Оттенок я трогать не буду. Значение, как снято, вполне меня устраивает.
И теперь переходим к самому главному, это к тонированию фотографии. Итак, мы переходим в тоновую кривую, переходим в панель RGB, открываем красный канал. Удерживая кнопочку Alt, я выставляю ключевые точки. Вот на этих крестовинах, на пересечениях. Далее нажимаю и удерживаю кнопочку Alt. Сделаю S-образную кривую. И теперь тот же самый алгоритм я повторю в двух оставшихся каналах. В зеленом и в синем. Изображение стало слишком темным. Давайте мы повысим немного экспозицию. Для любителей более мягких изображений можем немножко уменьшить еще контраст. Теперь переходим назад в тоновую кривую и первым делом разберемся со светлыми участками. Светлый участок вот здесь на двери и вот здесь вот в витрине. И нам необходимо во всех трех кривых выставить такое значение средней точки, при котором светлые участки не будут иметь каких-то паразитных оттенков. Они, как правило, могут быть зеленые, фиолетовые там, или желтые. В данном случае я в белые участки попал достаточно хорошо, я их трогать не буду. И перейду сразу к темным и к средним участкам изображения. Итак, первым делом я перейду в красный канал, добавлю вот сюда дополнительные точки. И теперь, друзья, обращаю ваше внимание, что каждая точка отвечает за определенный темный или средний цвет изображения. Давайте мы нижнюю точку трогать не будем. Удерживая Alt, подвигаем с вами вот эту среднюю точку. Давайте я сделаю посильнее, чтобы вы видели. Вот обратите внимание, вот на этих участках у нас сразу появляется фиолетовое изображение, как только выгибаю я вверх. И если я буду тянуть точку ниже, то у меня вот здесь вот в тени появляется такой зеленоватый оттенок. Перейдем к точке повыше. Эта точка у нас затрагивает с вами все изображение, но больше всего вот такие вот средние оттенки. И теперь давайте подвигаем третью точку. Вот, смотрите вот сюда. Вот здесь вот такие светлые средние участки. И здесь мы видим наибольшие изменения при движении кривой. В тонировании ночной фотографии я хотел создать такой баланс цветов, чтобы в тенях получить такой легкий графитовый оттенок. И для того, чтобы добиться такого оттенка, мне необходимо пройти в каждую кривую, добавить дополнительные точки и, удерживая кнопочку Alt, подвигать их до тех пор, пока я не получу необходимое мне изображение, то, к которому я стремлюсь. То же самое и в синем канале. Добавляем дополнительные точки. Совсем в темных участках я хочу добавить немного синего. Поэтому за самые темные участки у меня отвечает самая нижняя точка. Я ее приподниму немного вверх. Тени стали более интересные. Теперь давайте подвигаем другие точки. Когда я двигаю вниз, у меня появляются желтые оттенки, вверх синие. Мне нужно выбрать нейтральное положение. На этом значении я, пожалуй, остановлюсь. Давайте посмотрим, какое изображение было изначально. И что в итоге мы с вами получили. Сохраняю наши настройки в пресет. Давайте посмотрим, как наш пресет сработает вот на этом изображении. Ничего страшного, нам всего лишь необходимо подвинуть экспозицию. Подрегулировать баланс белого. И то, о чем я вам говорил. Необходимо найти компромисс в желтых и оранжевых оттенках. На этой фотографии немного больше шума, но размывать изображение до бесконечности нельзя. Поэтому есть еще один достаточно простой способ. Это немного прижать тени. И визуально шумы не будут так заметны, как при более яркой фотографии. Еще сделаю немножко холоднее. Давайте полученные значения запишем в новый пресет. Теперь давайте перейдем к следующему изображению. Применим к нему наш пресет. Поработаем с балансом белого. Фотография должна быть и не желтой, и не синей. Сюда еще, как мне кажется, нужно добавить немного виньетки.
Чуть-чуть поднимем экспозицию, сделаем поярче снимок, тени я слегка прижму. Теперь давайте поищем тот самый компромисс в желтых и оранжевых оттенках. Пожалуй, я их убавлю полностью, и желтый, и оранжевый цвет. И теперь поработаю в кривых с тонированием фотографии. Пожалуй, это тот самый оттенок, который я искал. И давайте мы вновь полученные настройки сохраним в пресет. Давайте теперь посмотрим, как наши настройки лягут вот на это изображение. Отлично. Давайте сделаем немного поярче. Наверное, чуть-чуть похолоднее. Давайте посмотрим, какое изображение было до обработки. И что в итоге мы получили. Итак, друзья мои, рецепт обработки ночной фотографии, над которым я так долго трудился, наконец-то получился. Мне нравятся эти легкие кинематографичные графитовые оттенки. С удовольствием делюсь с вами этими настройками. И если вы не подписаны на мой канал, то обязательно подпишитесь и жмите колокольчик, для того, чтобы не пропустить следующие полезные и интересные видео по обработке фотографий. Также подписывайтесь на мой блог в Инстаграм. Перед тем, как снять видео, я обязательно все свои эксперименты выкладываю в Инстаграме. А на этом, друзья, все. Желаю вам интересных сюжетов, красивых ночных фотографий, легкой обработки. Всем пока и до новых встреч!